В этом году фестиваль студии творческого развития Константина Хабенского «Оперение» проходит в Челябинской области. Там собираются студии из 11 городов России. Воронеж, Новосибирск, Уфа, Казань, Челябинск, Тольятти, Санкт-Петербург, Пермь, Нижний Новгород, Иваново и Сочи. С места событий материал наших коллег. Я еду в Челябинск на «Оперение». Точнее, «Чеперение». Самый первый раз я еду на фестиваль. Вот. Это очень волнительно для меня. Провожаем своего сыночка в поездку. Он творческий у нас человек, поэтому мы очень рады, что мы здесь. Очень большое, хорошее дело они делают. Константин Юрьевич, поклон. Недели фестиваля студийцы практически круглосуточно находятся в творческой атмосфере. Здесь они покажут то, над чем работали дома в течение всего года, а также будут импровизировать на темы, заданные главным идейным вдохновителем фестиваля Константином Юрьевичем Хабенским. Ожидание – работа. Работа, 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 работа. Потому что каждый год оперения – это, скорее всего, очень напряженный труд за весь год. И все это выплескивается, по сути, за 10 дней. Все готово, все вообще. Нас, да. Ну, мы будем вас удивлять. Ждем много творчества, просто очень наплыв. Эмоций. Да. Нужно было придумать концепцию, которая вписалась бы в лагерь, пришла в голову идея сделать буквы «Чеперение». В окончании первого дня «Чеперения» состоялось официальное открытие фестиваля. Челябинская студия порадовала всех смелой трактовкой спектакля «Поколение Маугли». После Константин Юрьевич Хабенский разбил бутылку с посланиями студийцев прошлого года и зачитал их нынешним чеперенцам. Мы приветствуем вас и желаем ярких открытий, успешных премьер, смелых экспериментов, интересных импровизаций, удачных дебютов и мощных эмоций. На предыдущем фестивале был наш дебют. И на фестиваль «Оперение 2016» мы придем как члены большой семьи прекрасных студий развития Хабенского. Мы всех вас любим. Это правда. Фестиваль «Оперение 2016». Объявляю!